Піти в рейс без досвіду роботи, зірвати куш та одразу отримати хорошу пропозицію. Тисячі майбутніх моряків щодня шукають вакансії. Вони вже буквально бачать своє перспективне майбутнє і подумки витрачають перший оклад. Але перед цим потрібно розв'язати важливе питання. Як без досвіду роботи піти в рейс? Чи може відсутність стажу стати перешкодою на шляху до кар'єри суворого, але забезпеченого морського вовка? І чому, навіть маючи колосальний досвід, морякам так складно пройти атестацію, щоб підтвердити морський диплом? Стоит отметить, что эта проблема не родилась сегодня. Сегодня она просто достигла той критической точки, когда люди не способны молчать. Но проблема еще в другом. Как мне кажется, мы, к великому сожалению, за все это время регистрировали крайне низкое количество обращений непосредственно по этой тематике. На сегодняшний день у нас есть всего лишь два обращения от украинских моряков, которые, по их мнению, были несправедливо оценены при прохождении государственного экзамена в инспекции по подготовке и дипломированию или в морской администрации, потому что сегодня, на сегодняшний день это все настолько запутано, что никто вам четко даже не даст ответ. Эта инспекция должна сейчас сделать, она находится в стадии ликвидации, вроде бы и передали морской администрации этот функционал, но сейчас кто-то подал в суд для того, чтобы вернуть эти полномочия инспекции. Можно констатировать проблему, как это сделали моряки, перекрыв дорогу. Можно говорить о том, что нужно уволить конкретных чиновников, но для меня лично абсолютно очевидно, что это ничего не поменяет. В настоящее время существует определение суда о приостановлении ликвидации инспекции подготовки и дипломирования моряков. То есть один государственный орган должен был быть ликвидирован, функции по дипломированию моряков должны были быть переданы морской администрации. И фактически в настоящее время этот процесс приостановлен. То есть инспекция, которая должна была быть ликвидирована, в настоящее время фактически может выполнять подобного плана работу, однако делает это не совсем корректно, видимо. И мало того, у нас сейчас огромное количество другой информации имеется. Например, есть информация о том, подтвержденная, о том, что в суде даже рассматривается вопрос о незаконности создания самой морской администрации. Поэтому на фоне таких событий, конечно, главное сейчас это предложить свой правильный путь, разрешение этой ситуации, чтобы моряки могли в простом формате получить доступ в свой электронный кабинет моряка без всяких там агентов, записаться на государственную экзаменационную комиссию, пройти ее, чтобы их не заваливали на экзамене. То есть вопрос обжалования действует. У нас ресурсы и понимание того, как должна работать система, есть. Она должна упростить все. Максимально прозрачно проводиться должны экзамены компетентными людьми, которых тоже, в свою очередь, кто-то должен проверять, для того, чтобы понимать, что все задают один и тот же вопрос, почему я должен, моряк со стажем, приходить и подтверждать свою квалификацию человеку, которому 90 лет условно, и который 100 лет уже не был в море и не имеет квалификации для того, чтобы меня корректно оценить. И это абсолютно корректная претензия, которую мы на 110% поддерживаем, и это будет один из ключевых факторов, который мы будем предлагать министерству и морской администрации менять. Будем надеяться, что наши посылы будут услышаны, и в диалоге, в конструктиве мы сможем применить те правильные инициативы в полном соответствии с конвенцией по ДНВ, которые бы, если бы они были применены, я убежден, что мы бы большой пласт коррупции и большой пласт претензий со стороны моряков убрали бы. Есть судебный путь, мы сейчас разные варианты обсуждаем для того, чтобы защитить права и интересы этих моряков, обратившихся к нам, членам профсоюза. Есть другие действия, которые совершаются, то есть, например, в настоящее время на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины. Если этот законопроект будет принят в том виде, в котором он был рекомендован профсоюзом работников морского транспорта Украины, то в данном случае тема с подтверждением дипломов, она, в общем-то, отойдет на второй план, четко прописывается процедура. И, в общем-то, если мы будем говорить о том, что будет законодательный акт,
то, соответственно, и подзаконные акты в будущем, которые были бы приняты на уровне Министерства инфраструктуры, естественно, должны были бы соответствовать в данном случае новой редакции статьи 51 Кодекса торгового мореплавания Украины. Однако, в силу, видимо, каких-то коррупционных составляющих, указанные акты блокируются, то есть предлагается много каких-то изменений к ним, процедура согласований, опять же, буксует, и, соответственно, нужный и требуемый для моряков в данный момент документ не принимается. Огромное количество предложений поступало от морской администрации, которые мы, в общем-то, восприняли как некорректные. Отношение подтверждения стажа моряка, предлагалось предъявлять трудовую книжку. У нас моряки трудовых книжек не имеют. Предлагалось предъявлять трудовые контракты или подтверждение оплаты по этим контрактам, чтобы якобы подтвердить нахождение моряка в море и работу его в определенной должности. Однако мы убеждали и продолжаем убеждать сотрудников морской администрации в том, что достаточно послужной книжки моряка, удостоверения личности моряка и, возможно, справки о плавании, как документы, которые действительно подтверждают, что данный моряк работал в определенной должности на борту судна. Попри труднощі дипломування, отримати роботу досвідченим морякам значно простіше, ніж новачкам. Роботодавці зацікавлені в професійних кадрах, які зможуть на всі 100% впоратися з поставленими завданнями. І в цьому випадку досвід відіграє ключову роль. Однак рано відмовлятися від мрії. Усі бувалі моряки колись йшли в рейс вперше. Перший раз вийти в море було дуже тяжело. Потому что найти себе место без опыта работы – это действительно испытание для каждого студента, будущего моряка. Вот. Многие фирмы не хотят работать с теми, у кого нет опыта. Многие фирмы требуют какое-то вознаграждение за первый опыт работы. И это основные аспекты ухода в море. Надо быть очень аккуратным и внимательным в этих делах. Это было очень тяжело. Я на протяжении 4 месяцев был вообще безрезультатно. Куда бы ты ни заходил, тебя сразу отворачивали. Либо нету кадетской программы, либо без опыта не берем. То есть я без опыта, но хочу уйти в первый рейс, они меня без опыта не берут. И было очень тяжело. Я выкладывал на всех сайтах морских, где только можно, в контактах, во всех соцсетях. Отправлял всем крюингам на электронные почты свое резюме. И просто чудом в контакте мне ответил парень, что, что он может мне помочь. У нас там общий знакомый какой-то получился, он мне посоветовал компанию, в которую я пошел. Он говорит, я там работаю, я за тебя попрошу, чтобы тебя приняли. Они сразу отвернули. Вот. Я пришел, мне дали заполнить анкету, я заполнил, посмотрели документы, все подходит. Отправили на собеседование к наставнику, старшему механику, я его сдал. После этого направили на сдачу английского языка Marlins тест. Я тоже его сдал. Они сказали, что все, я их устраиваю. Отправили на подтверждение судовладельцу немцам в Германию. Пришел ответ, они сказали, что меня утвердили, и я ждал посадку судна в течение 7 месяцев. Первоочередная задача каждого моряка, после того, как он оканчивает морское учебное заведение, это, разумеется, найти работу. Если окунуться в историю, стоит понять, откуда берутся корни первого трудоустройства для постсоветского моряка, скажем так. Раньше в СССР была система учебно-производственных судов. То есть у государства были свои суда, и там работали инструктора, профессиональные моряки со стажем, капитаны-наставники, механики-наставники, которые позволяли молодому поколению окунуться в производственный, скажем так, процесс и получать практические знания непосредственно в море на реальном судне. С годами этот институт был полностью утерян, учебно-производственных судов помимо дружбы не осталось, и поэтому первое рабочее место и получение плавпрактики и последующего плавценза, оно становится во главу угла для каждого начинающего моряка украинского, который начинает свою работу и начинает свою карьеру в море. Во-первых, есть куча недобросовестных судовладельцев, которые могут предоставить неправильные условия работы. Есть куча крюингов, которые могут попросить, скажем так, вознаграждение за свои услуги, и в итоге
человек, который обратился, не получит ничего. Это заработные платы, это задержки. Ну, есть очень много всяких разных факторов, которые влияют на выбор той или иной компании и которые могут остановить тебя к сотрудничеству с этой, от сотрудничества с компанией и подтолкнуть или куда-то идти дальше, или все-таки остаться здесь. Навіть якщо вдалося піти в рейс, не завжди він проходить саме так, як очікує моряк. Контракт був 6 місяців, але я відсидів 6,5 місяців там. По приїзду на судно. Летів я на судно з ОСом, ми вдвоєм летіли. Летіли в Штати, в Х'юстон. Посадка була також в Х'юстоні. Перельотів кілька було, в районі 3. Для мене це було... Первый мой опыт, тоже было все очень нервно и стрессово, как так сказать. Перелеты тоже все заняли в районе сутки-полтора. Вот, по приезду на судно сразу приступили к работе. То есть никакого отдыха, никакого релакса, никто ничего не дал. То есть пришел, чемодан кинул, переоделся, сразу работать. Было очень тяжело на протяжении первых 2 месяцев. Начальник у меня еще был не очень, то есть... Всі працювали до 5, я працював до 8. А з чим зв'язуєте таке ставлення керівника до вас? Тому що ви кадет, чи це просто так прийнято? Це все залежить від людини. Я наступний рейс, коли пішов теж кадетом, зовсім другий був начальник, зовсім другий підхід, лояльний. Тобто, ну, все було намного краще і проще і комфортніше працювати. Просто все залежить від людини. Може бути, навіть те, що ти лицом йому не подобаєшся, а він в силу своїх можливостей, що він твій начальник, може на цьому... Ну, на тебе этим отыгрываться. То есть то, что ему просто даже лицом не понравилось. Или он с начальник с России, я с Украины. То есть даже бывало вот такие вот моменты. Моряки, как правило, ну не только в первом рейсе, и в дальнейшем смотрят на два основных условия. Это уровень заработной платы и период контракта. Если мы говорим о кадетах, то им нужно обратить еще дополнительное внимание на то, что срок контракта, как правило, плавающий, то есть, допустим, там 4 плюс-минус 1 месяц, и кадеты должны обратить внимание, что им нужно своевременно вернуться на сессию в свое учебное заведение для того, чтобы продолжить обучение. Поэтому они должны этот вопрос тоже учитывать. В противном случае, если они будут досрочно прекращать контракт, ну, будет соответствующее отношение к ним со стороны судовладельца и могут быть санкции, которые предусмотрены контрактом. А если судовласник не выполняет условия договора, а моряк уже на судне, что работает? Можно обратиться к инспектору ITF, как в Украине, так и, вероятно, в той стране, в которой ближе в настоящее время находится судно. Все зависит от характера нарушений со стороны судовладельца, что именно не выполняется. То есть, если не выплачивается зарплата, это одно. Если вопрос о тяжелых условиях труда, ненадлежащих условиях, допустим, предоставления рабочего времени или времени отдыха, то есть недостаточно предоставляется в нарушение норм международных, то, соответственно, опять же, моряк может обратиться в профсоюз, если он является членом профсоюза, или к инспекторам Международной Федерации Транспортников. По нашей статистике, порядка 10-12% всех выпускаемых ежегодно курсантов, кадетов, попадают к нормальным, хорошим судовладельцам. Естественно, судовладельцы охотятся за ребятами, у которых высший балл, идеальный английский язык, уже есть определенные понимания того, где они будут работать и как они будут работать. Все остальные, 90%, вынуждены искать работу самостоятельно. И, соответственно, есть огромное количество компаний, которые готовы предоставлять рабочее место, ну, грубо говоря, работать за еду или за крайне маленькую зарплату. Ну и, разумеется, это условия труда у таких судовладельцев на таких судах, они далеки от идеальных и далеки от тех стандартов, которые мы продвигаем. Тут нужно четко понимать, что у огромного количества ребят должно быть понимание того, что они могут попасть в непредвиденные обстоятельства и работать на судовладельцев, который потенциально может не выполнять своих обязательств перед ними. Чи може моряк отримати якісь виплати, відшкодування? Все зависит от ситуации. То есть, если, допустим, продается судно, и моряк вынужденно покидает судно по вине судовладельца в данном случае, то моряк может получить соответствующие выплаты, предусмотренные контрактом, либо судовладелец может предложить моряку продолжить службу на другом судне. То есть, это все предусмотрено трудовым контрактом. Именно поэтому мы и говорим, что ознакомиться с условиями трудового контракта или и коллективного договора, который, как правило, является частью трудового контракта, это обязательное условие для моряка, чтобы он понимал, каким образом себя вести в той или иной ситуации.
Первое, что хочу им посоветовать, это всегда задавайте вопросы. На сегодняшний день мир абсолютно открыт, огромное количество источников информации. Если они обратятся к компетентным структурам, коей мы являемся, мы сможем дать им полную оценку любого судна, любого судовладельца и объяснить им, что происходит в том или конкретном регионе мира, куда, возможно, они должны будут идти работать.